наш рабочий процесс. Куча холофайбера, куча помощников, куча помощников. Вон они, все помощники. Все помощники. Лакуся, Лакуся, Лаки, посмотри на меня, пожалуйста. Нет, она пытается испортить прическу. Так, вот умница моя. Джессика идет играть к Майе. Майя не очень сильно желает, а Лаки переживает, чтобы не подрались. Все, всех целуем, обнимаем. Моя красавица. Ну что, приступим теперь к чесночкам. Значит, принцип, как я уже сказала в начале прошлой серии, которая относится к перцам. Принцип сборки чеснока как йо-йо, как тыква. Сборка йо-йо. То есть я вырезала круг, естественно, меньшего диаметра. Ну, смотрите на свой глаз, какой вам хочется размер, такой и делаете. И потом вот так вот наметочным швом я прометала, стянула, а так как это бархат, он такой пластичный, стянула, набила, ну и потом уже сборка у меня происходила. То есть все вот как в тыкве, йо-йо. Я сначала прошила вот так, а потом уже простегала ниточкой вот эти дольки. И когда я уже простегала дольки, я вшила, порезала джутовую эту нить, или суровую, как она, простите, не джутовую, это суровая нить. Я сейчас покажу. Вот она. Вот эту нить я резала и прошивала. Вон, видите, сколько у меня их. Окончание сборки я покажу. Опять же, я сама не знаю, как я буду их крепить, что здесь будет еще. Ну, скорее всего, я шнурочки выпущу. Мне нужно, чтобы они были подвижные. То есть в процессе вместе с вами будем придумывать, как это будет выглядеть. Все, поехали. Ну вот и все. Я смогла придумать, как сделать и эти чесноченки. Ну, пока что только 4. Теперь я закончу все свои чесноченки, которых у меня 11. Перчинки я закончила, они пойдут в серию с перчинками. А уж потом, когда я все это соединю, покажу этот весь декор. Вот, и с тыковками все это будет красиво. Это маленькие тыковки есть, большие. Вот такая красота. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в гости, делитесь в соцсетях и смотрите рекламу. Все, всех целую, обнимаю, люблю. Я должна это заснять. Джессика, мне нужно набрать холофайбер. И не нужно меня кусать за руки. Джесси не явился на суд. Энди пришел к нему домой. Он съехал. Это мой холофайбер. Это мой холофайбер. Да встань ты, смотри. Это ж не твоя кровать. Это мой холофайбер. Кусаешься. Рычит на меня. Паразитка. Как и в прошлой серии я говорила, что монтируются серии вместе, а снимаются по очереди. И иногда с большим перерывом. Вот мои чесночки. Чесночков я больше доделывать не буду. Как бы так показать. У меня что-то с камерой. И почему-то, наверное, она умирает. Поэтому такое ни освещение ее не спасает уже ничего. Ну, извините, что-то придумаю. Ну, я думаю, видно, кто захочет это видеть. Поставьте свой экран поярче. И все нормально. Так, и сюда будет идти декор. То есть с перчинками это все, конечно, шикарно, но мне хочется еще кое-какой декор. И я все это соединю, покажу, и все эти модули раздельные, и, в общем-то, все это очень красиво смотрится. Поэтому следующая серия будет именно с декором для всех этих перчиков и чесночков. Всех целую, обнимаю. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, спрашивайте, вдруг я что-то пропустила и не рассказала. Ну, естественно, моя собака хочет хотя бы в одну серию из этих овощей попасть.
И у нас куча гостей, но всех я сейчас показывать не буду, потому что очень спешу. Все, всех целую, обнимаю, делитесь в соцсетях, подписывайтесь, смотрите рекламу, очень вас прошу. Всем пока!